Bosch GBH – профессиональный перфоратор, рассчитанный на ежедневную, многочасовую тяжелую работу. Производится на заводе в Германии. Хотите интересный факт? Именно Bosch первыми в мире выпустили перфоратор в 1932 году. GBH выпускается в нескольких версиях разной мощности и комплектации. Вот эти цифры отвечают за максимальный диаметр отверстия в бетоне и, соответственно, за мощность удара. Перфоратор достаточно легкий, весит от 2 до 3 кг в зависимости от модели. На ручках прорезиненные накладки для лучшего хвата. Кабель питания толстый, с шарнирным креплением. Длина почти 4 метра. Мощность плавно регулируется нажатием на курок. Во время длительной работы его можно зафиксировать. Ограничитель глубины легко выставляется. Ручка устанавливается в любом удобном положении. При заклинивании бура срабатывает предохранительная муфта, чтобы защитить вас от резкого рывка перфоратора и не повредить инструмент и мотор. В Bosch GBH предусмотрено 4 режима работы. Первый – сверление без удара. Подходит для проделывания отверстий в древесине металле. Второй – сверление с ударом. Подходит для работы с бетоном или камнем. Третий режим – долбление. Удобно оббивать плитку или штукатурку. Четвертый режим – удар с возможностью изменения положения зубила. У модели с буквой D в названии зубило можно жестко зафиксировать в нужном вам положении. Версии с буквой A оснащены реверсом. В отличие от многих других перфораторов, используемый в GBH поворотный щеткодержатель обеспечивает одинаковую мощность при вращении как влево, так и вправо. Если вы собираетесь часто использовать перфоратор в качестве дрели, выберите модель со сменным патроном. Смотрите, оттягиваем крепление на себя, снимаем патрон SDS+, ставим на его место обычный быстрозажимной патрон и получаем мощную дрель, с которой можно использовать любые стандартные сверла. Оба патрона входят в комплект. Вместе со всеми перфораторами поставляется пластиковый кейс для хранения и переноски. Вы собираетесь ежедневно и много работать с перфоратором? Тогда лучше взять модель с антивибрационной ручкой. Сила отдачи во время долбления у них намного меньше. Соответственно, можно дольше работать. Итак, что в итоге? Перфоратор мощный и при этом не тяжелый. Задач, с которыми он не может справиться, практически нет. При желании можно выбрать модель с дополнительными возможностями вроде сменного патрона, реверса или антивибрационной системы. Bosch GBH – по-настоящему профессиональный перфоратор.